22. Набережная такая. Люди гуляют. Ты видел? Там экскаватор едет. А ну бегом ко мне быстрее. Там экскаватор едет. Ты сюда экскаватор смотреть. Побежали там экскаватор. Ремонт делают. Где эта музыка, да? А? Где эта музыка? Кафе. А где-то в кафе. На набережной, наверное. Наверное, кому-то музыку включили. Так его делают ремонт, и полиция стоит. Полиции, кстати, очень много. Ездит. Такой вот здесь кафешки. Да, мы въездили в эту крепость. Кафешка. И тут такие достопримечательности Грузии. В Тагонию мы ездили весной. До нее. Да, аккуратно. Так, по тропинке. Такая вот еще достопримечательность. Вот такой вот. Ласки дом. Ласки дом. Так, пошли дальше. Церковь с Фалта. Такая вот красивая. Это церковь, видишь? Это проводы. А это, наверное, подсветка. Может, она ночью подсвечается. Это что-то на горе? На горе? Не знаю. Крепость. Ваня. Валика настоящая. Да. Что у нас тут? Так, это сарай с обзелью для хранения сена. Что-то было. И уже нету. А, Риш, мы тут не ходили. И это все вот доступный для людей.
какая-то пещера, да. Это что такое у нас? Дом в районе Шоахеви. Вот такой вот дом. Это тут что у нас? Привет. Это что такое? Двухэтажный амбар. Не, ну это кухня, да понятно, это же просто так построили. Большой такой построили дом в районе Кеда. Корову тут еще придумали. Так. И тут с той стороны тоже бык. Так, это тут что у нас? Собака 23. И собака в утке, да. Дом в районе Кабулетти. Летом тут был фонтан, вот такая вот кафешечка. И это вот это озеро. Собаки, красно, собаки. Собаки здесь везде. Утки, утки, собаки. Собаки плавают. Уточка, да, плавает. Так, собаки, вы за нами. Мы туда, мы туда. Здание. Кричат, кричат, что-то жалуются. Куча собак, куча собак, куча гусей. Смотри, смотри, смотри. Окружают меня эти собаки. Смотри, нюхать, нюхать. Кафешечки тут такие вот. Кафешки, кафешки. Солнышко уже садится. Мы тоже уже домой идем. Да, вот такие ленточки тут. Украинский ресторан. Украиночка называется. Стороны вышли озеро, кричат, идем домой уже. Что, все, всем пока пока там уже наш дом виднеется. Все, всем пока, до новых встреч, до нового видео.